Меч русского ниндзя! Слышь, очаровашка, в смысле очарованный, дай тазик. Не, мне без таза никак. Мне без него кошмары снятся. Привет, зачарованный. Что, дремлешь наяву? Рулем с демонами бьешься? Привет, попугай. Ух ты! Ты даже знаешь, что я за птица! Дык лишь, пока у меня щука заветная была, я много чего узнал-повидал. Бывал и в Африке, видал вашего брата. Только я не зачарованный, а разочарованный. А что так? Дык лишь, царь-то у меня щуку выхитрил, пока я осваивал технику скоростного вождения печки. Да ладно! Не будем о грустном. Ты-то чего у нас делаешь? Так видишь, ищу одну штуку. И твоя щука мне, ой, как пригодилась бы. А, это к царю. Он все маломальски ценное под себя гребет. Понятно. Ну ладно, отдыхай, досмотри в повороты помягче вписывайся. Шумахер ты наш полусонный. Много яблок, один я. Во что класть-то? Хорош лежать, еще один земеля. Что за привычка у них у всех лежать без дел? Здорово, президент! Ишь, как красиво назвал! Чего это значит? Это сейчас так царей модно называть, по-современному. Годится, птица, такой ответ. Чё хошь? Да бумажинцы у меня одна пропала. Диплом называется. А без диплома нынче, сам знаешь, даже в ларёк работать не возьмут. Не видал? Нет такой вещи, которой я не видал. Хошь получить? Вот тебе три загадки. А вообще-то нет. Ну их, надоели эти три загадки. Давай так. Я тебе диплом твой, а ты мне яблоки молодильные доставишь 2-3 кило. 4-5, побольше одним словом. Годится, птица? Куда деваться? Слушай, что-то сомнение меня берет. А ты хоть знаешь, что такое диплом? Не царское это дело знать. Прикажу и узнают. В крайнем случае я тебе щуку заветную отдам. Она все знает. Годится, муж царицы. Будь на связи, держи хвост пистолетом. Водиться, водиться, дай тебя напиться. Вообще-то нет, передумал. Ты же не газированный. А я люблю, чтобы пузырики... Привет, зачарованный! Привет! Ух! Дык лишь, только я не зачарован. А... Да ладно! Дык... А... Понятно. Слышь, очароваш... Не, мне... Thank you.
знаешь, Емеля, смотри, какой у твоей печки рот. Это чем же ее кормить надо с таким ртом? Надеюсь, не умными красивыми попугаями. Скачем, подскачем, яблоки прячем. Спрячем побольше, подскачем подольше. Много яблок. Это сейчас так... Годи! Да бумажин! Нет такой вещи, который... Давай так! Куда деваться? Не царь! Годится! Знал я одну такую люстру. Вот так же моргала-моргала и вскоре сдохла. Яблоки, тыблоки, мыблоки, выблоки! Анаблоки, аниблоки, аноблоки, всёблоки! Короче! Президентская твоя светлость, принимай товар! Годится, птица! А то переча! Скоренько уноси лапки, а то я сейчас помолодею, яростный стану! Еще, не дай бог, казнить тебя прикажу! Или перья повыдергивать, чтоб через век когтя твоего тут не было! Так, да? Ладно, сами разберемся. Где-то ж ты хранишь ценность, а раз хранишь... то ход туда имеется, а где ход, там и Кеша. Подержи-ка, я шнурки завяжу. Выход из любой ситуации найдется. Был бы вход. Что-то да
давненько я на себя не любовался. Уж и забыл, какой я красавчик. Вот отсюда должен хороший вид на меня открыться. О, а вот и акула речная! Бедный карасик, айда ко мне! Не бойся, я рыбу не ем! Ну, как там в песне поется, по щучьему веленью, по просьбам трудящихся. Ну, ты поняла. В общем, хочу фрагмент карты. Водица водит. Я ж говорил! Конечно, у волшебной щуки такую мелочь просить. Но надо ж выбираться из этих сказочных дебрей. Не финты себе, морозец! Зуб на зуб, то есть клюв на клюв не попадает!